Ну вот, вход здесь работает, и мы идем, как вы, конечно, догадались, в музей Москвы на Блошиный рынок. Забор вам показываю. Мосвинтаж сегодня будет. Ну вот, мы начнем с распродажи. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, самые лучшие зрители. Да. Ну что ж, здесь все по 300. А дальше там здесь все по 500 рублей. О, диван какой-то. Для чего он такой? Иголочек, может быть. Иголочница. Почему нет? Вот эта иголочница? Конечно. Да какая она жесткая. Да? Камень. Да. Что у нас? Девочка. 500 рублей. Очаровательный просто. Смотрите, кофейные чашечки. Вы, кстати, сможете их купить. Мне очень нравится. Мало того, что вот этот рисунок очень милый. И он разный у них. Это Лимож, Франция. Посмотрите, какая красота. Розы. Боже мой, это ваза. Ваза, кстати, на металлической ножке. И все они по полторы, да? Целая коллекция сок, да? Друзья, извините, но я была вынуждена выключить звук. Я очень люблю шум Блошиного рынка, но вдруг очень громко уж заиграла музыка. Как всегда, Мосвинтаж поражает своим размером и своим разнообразием. Сегодня я здесь встретила своих прекрасных зрительниц. Большой им привет! Было очень приятно. И еще сегодня была грандиозная распродажа посуды. Но был первый день продажи, и у каждой коробки стояло не меньше 10 человек. Разглядеть что-либо было совершенно невозможно. Подробнее эту распродажу вы увидите во второй части моего видео. Оказывается, это была распродажа от антикварного магазина «Однажды».
А я сегодня ничего не рассчитывала покупать и, к сожалению, не взяла ни одного пакета. Вот смотрите, наконец я нашла вот такие штучки, на которых ставят приборы. Они хрустальные, очень хорошее качество. Да, вот я вижу. И вот эти 6 штучек стоят 4 тысячи, да? Да. Это хрусталь Европа. Очень приятные вещи. На них ставятся приборы, Я либо знаю. ножичек. И, кстати, они очень редко бывают. Поэтому я и говорю, если кто будет, друзья, покупайте. Да, сейчас хрусталь приобретает новый такой виток Да, интереса. да, да, И у да. меня, кстати, есть хрусталь 19 века. Я вам могу показать. Да, хорошо. Начнем давайте с бомбонерки. Она на металлической основе. Это серебро. Оно залито, так как она полая. Тут кто-то пытался, видать, посмотреть, что Да, внутри. да, да. Ручная резка. Вот такие прекрасные края. Да. Крышечка. И на крышечке даже есть пузырек, если вы увидите внутри. Да, Внутри это я знаю трубочки. насчет пузырьков, да. Такой вот пузырек. Сейчас еще вам покажу. Вот, например, такая. Ох, Это боже мой, шампанского какая рюмочка. красота. Тоже вот такие вот резьба. И сколько вот это Хрусталь. стоит? Вот это стоит 6 тысяч. Тоже ножка. И тоже серебро, Вот да? она залита, да. Нету, к сожалению, пробы. Как она сделана? Тоже ручная, конечно, работа. А вот это такой красивый. Вот это. Да, вот это. Это клош. Это отличного качества прессованное стекло. Это Бельгия. Тоже старенькая вещь. Вот я вам покажу, есть пузырьки. И если мы стукнем, у него даже звон, не буду я сейчас, звон похож на Понятно. хрустальный, потому что стекло не должно звенеть. Есть вот маркировка. Это, скорее всего, Вальсан Ламбер, Бельгия. Клош такой чудесный. А вот это серебро? Это серебро немецкое. 800-я проба серебра старенькая. По-моему, Пути на празднике урожая. Вот так я бы назвала. Вот такая ажурная вещь. Да. Либо под фрукты, либо А под сколько что-то такая вкусненькое. прелесть? А вот эта тарелочка стоит 30 тысяч. А вот А это вот эта больше. вот побольше, она в 2 раза тяжелее. Ну, и она мне больше нравится. Да, О, она вообще шикарная. она Она вообще стоит сказочная. Ну, и та 60 хороша, тысяч. но это просто сказочная. Вот. Ой, какая прелесть. Прелесть, очень прелесть. И клеймо здесь, по-моему, вот. Да. Можно рассмотреть Да. очень красивые вещи. А кто это у меня тут? Какие у вас Моя вещи? соседка. Привет. Здравствуйте. Очень Здравствуйте. понравился кобальтовый сервировка кобальтом стола от Марии Великотной. А вот, Великотной. кстати, я хочу сказать, хрусталь опять в моде. Да? Ну, Это здорово. вот ваш хрусталь. Эта тарелочка прорезной фарфор. Это было немецкое белье, тарелка. Клейма нету, но это роспись. Вот их 2 тарелочки осталось. Это ручная роспись и подписано на вот этой с лимончиками. Или это яблочки. Подписано, что это 91-й год роспись. Очень нежная. А чье это? Я думаю, что это также в Германии расписали, либо, может быть, соседние страны. То есть это Ну, Европа, Германия конечно. любит брать и у себя расписывать. Одни Делают другие. белье, да, другие расписывают. Вот такие получились нежные. И сколько такая? Вот это 1500 тарелочка, вот это две тысячи. Нормально, кстати. Да, По цене приятная у вас цена. очень приятно. Конечно. Спасибо. Просто сказка. А еще что? Вот этот мальчик, кто у нас? Мальчик, это немецкая кукла фарфоровая в национальном немецком костюме. Вот он Это такой. фарфор. Это фарфор. Он с клеймом. И вот в такой национальной одежде. Красивый, голубоглазенький.
Вот такой чудесный мальчик на подставке на своей. Вот такой. Ой, слетел у нас тапочек. Тапочек слетел. Извините. Ну все прям до мелочей. Даже пупок есть. Пупочек. Спасибо. Спасибо вам. Вот еще покажу моего любимца второго. Это щенок таксы. Вот он такой чудесный. А чье это производство? Это производство Розенталь. А, Розенталь. Старенький Изель. И написан даже автор. Автор, я думаю, что не конкретно этой фигуры, а именно формы. И сколько? Вот этот щенок стоит 20 тысяч рублей. Ну, красота. Чудесный. Могу вам еще вот эту вазу показать. Давайте. Это ваза арт-деко. Смотрите, какая у нее форма. Ручная роспись, черное крытье. А чья? Европейская. Но кто именно, сказать, конечно, уже сложно. Вот такой Белл. Может быть, я еще просто не нашла, кто это, поэтому... Понятно, да. Вот такая чудесная ваза. А ваши эти бокалы? Бокалы – это Германия. И сколько они? Пара стоит 15. Ой, какая резьба, боже мой, это же чудесная, охота. Чудесная, да. Охота пользуется такой популярной. Ой, дерево. Ой, елка, дерево. На этом бокале уточки. А на этом бокале бегущий вот такой прекрасный заяц. Чудесный просто. Заяц, кстати, символ, кролик. Символ года. Да. 2023. Да. Это ой, чудеснейший хрусталь немецкий. И стоит пара 15 тысяч. Спасибо большое. Как вы называетесь? Или телефон, или что-то ваше мне нужно, данное. А, меня зовут Ольга. Я сама коллекционер и только начинающий продавец. Со мной можно связаться. И у меня есть даже WhatsApp-группа своя. Телефон есть? Телефон есть. Покажите. Номер телефона? А, да, у вас есть номер? А, сейчас могу, да, показать вам. Ну, если можно, покажите. Ой, а какие, смотрите, ложки-вилки, боже мой. Ой. Вообще таких не видела. Вот это мои контакты, если кому-то интересно, пожалуйста. Обращайтесь, я всегда рада. Спасибо.